можно начать день с решения финансовых вопросов. Даже у тех, кому прежде не везло в коммерческой деятельности, будет шанс заключить выгодные сделки, найти новый источник доходов, правильно распорядиться своими деньгами. Для осуществления каких-то планов полезно будет объединиться с родственниками. Вторая половина дня многим обещает удачу в любви. Интуиция подскажет, как стоит вести себя с близким человеком, что предпринять, чтобы отношения стали более теплыми и доверительными. Не исключены знакомства, с которых начнутся необычные и захватывающие романтические истории. Овен, в начале дня лучше действовать самостоятельно, рассчитывать только на собственные силы, ни от кого не ожидать одобрения. Даже люди, с которыми вы прежде отлично ладили, не всегда будут понимать вас правильно. Но и без помощи со стороны вы многое успеете сделать еще до полудня. Вторая половина дня преподнесет сюрпризы. В это время вам едва ли удастся придерживаться каких-то старых планов. Куда вероятнее, что нужно будет импровизировать на ходу, придумывать что-то. Скучать определенно не придется, и вам это очень понравится. Телец, подумайте, кто мог бы помочь вам или составить компанию. Неважно, собираетесь ли вы заниматься чем-то простым и привычным или взяться за решение сложной задачи. Поддержка единомышленников не помешает в любом случае. Общение с друзьями и другими близкими людьми окажется приятным. Удастся о многом поговорить, вам дадут хорошие советы. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов, не участвовать в каких-то рискованных мероприятиях, связанных с деньгами. Если вам предлагают выгодную сделку, проверьте, действительно ли она безопасна. Близнецы, самое время вернуться к делу, которое вы когда-то не смогли завершить и отложили. Сегодня все получится, нужно лишь проявить настойчивость. Помочь в этом могут давние знакомые, которые неожиданно напомнят о себе. Середина дня подойдет для поездок и прогулок. Вас порадует возможность сменить обстановку. Вечер не подойдет для важных разговоров, найти общий язык с окружающими станет сложнее, возможно, разногласия и споры. Лучше обсуждать что-то приятное и строить планы на будущее. Такие беседы вдохновят вас. Рак, не стоит переживать, если в первой половине дня возникнут трудности или что-то пойдет не по плану. Серьезных проблем не возникнет, а с мелкими вы быстро справитесь. Влияние позитивных тенденций вскоре усилится, появятся интересные идеи, которые захочется реализовать вместе с друзьями. Чем ближе вечер, тем проще вам будет ладить с окружающими. Вы найдете общий язык даже с теми, с кем прежде спорили по любому поводу. Не исключено начало романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Лев, старайтесь не нервничать и не поддаваться на провокации в начале дня. Это время может оказаться не самым удачным с точки зрения общения, даже поладить со старыми знакомыми порой будет нелегко. Лучше отложить обсуждение сложных вопросов, пока ограничившись лишь приятными разговорами о мелочах. Вторая половина дня принесет перемены к лучшему. Настроение заметно улучшится, и для этого будут все основания, вероятно, какие-то приятные события, хорошие новости. Это подходящий период для покупок, а также встреч с друзьями. Дева, начало дня подойдет для мелких дел и решения текущих вопросов. Не исключено, что придется думать о многих вещах сразу, но вы ничего не забудете, не перепутаете и не упустите из виду. Возможны удачные совпадения, неожиданные события. Они подскажут вам, как решить вопросы, долго не дававшие покоя. Позже наступит более сложный период, но и он едва ли принесет какие-то серьезные трудности. Главное, не откладывать решение возникших проблем, стараться справиться с ними как можно быстрее. Стоит быть осторожнее в финансовых делах, лучше не спешить с покупками, даже если какие-то предложения кажутся очень выгодными. Весы, старайтесь не давать воли негативным эмоциям в первой половине дня. Многие трудности, возникающие утром, могут казаться серьезными, почти непреодолимыми. Но вскоре вы совсем справитесь, и это окажется даже проще, чем можно было ожидать. Вторая половина дня принесет отличные новости. Не исключено, что они будут касаться финансовых дел. Некоторых весов ждут значительные и очень своевременные денежные поступления. Вечер подойдет для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Просто ведите себя непринужденно, этого будет достаточно, чтобы произвести хорошее впечатление. Скорпион, уже в начале дня вы почувствуете, что готовы взяться за великие дела. Действительно, момент для этого будет самым подходящим, так что терять время не стоит. Помощники подтянутся быстро. Поддержку предложат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Отношения, прежде складывавшиеся напряженно, начнут меняться к лучшему. Во второй половине дня лучше избегать переутомления. Есть возможность отдохнуть и отвлечься от забот. Воспользуйтесь ею. Вам потребуется совсем немного времени, чтобы восстановить силы и почувствовать себя лучше. Стрелец, вы придумаете много нового и интересного.
Но не все идеи, которые появятся у вас сегодня, удастся осуществить в ближайшее время. Начинать лучше с самого простого. Добившись первых успехов, вы почувствуете себя увереннее и поймете, куда двигаться дальше. Вероятно, удачные покупки. День подойдет для приобретения бытовой техники, особенно такой, которой вы будете пользоваться каждый день. Вторая половина дня обещает решение финансовых проблем, денежные поступления и неожиданные подарки. Не исключены в это время и романтические сюрпризы. Козерог, не переутомляйтесь и не спешите. Это не лучший день для решительных действий, особенно таких, которые не были задуманы раньше. Утром вы можете пойти на поводу у мимолетных эмоций, под извлиянием сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Позже наступит более спокойное время. Вы разберетесь в том, что прежде казалось совершенно непонятным, и определитесь с планами на будущее. Вечер пройдет приятно, он хорошо подойдет для общения с самыми близкими людьми, обсуждения общих дел. Вы можете быть совершенно откровенны. Нет сомнений, что вас поймут правильно. Водолей, не торопитесь. Как бы ни хотелось справиться со всеми делами быстро, сегодня это едва ли получится. Стоит начать день с каких-то хорошо знакомых занятий. Возможно, будет скучновато, но вы многое успеете завершить и дело, давно требовавшее внимания. К тому же вы добьетесь отличных результатов, и настроение сразу улучшится. Вторая половина дня – отличное время для общения с самыми разными людьми. Хотите помириться с тем, с кем были в ссоре? Проявите инициативу. Достаточно будет сделать первый шаг, чтобы восстановить отношения. Рыбы, утро отлично подойдет для разговоров с людьми, чье мнение для вас важно. Удастся заручиться их поддержкой, договориться о совместных действиях. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из близких, а также приятные события в семье. Появятся поводы для радости и у влюбленных рыб. Во второй половине дня можно взяться за что-то новое. Вы быстро поймете, как решить непростую задачу, что предпринять, чтобы быстро добиться нужного результата. Подходящим будет это время и для знакомств. Вам нетрудно будет произвести хорошее впечатление.